следующий патч 5.24. Артура мы посмотрели. Я потом, если буду из этого нарезку делать, я вставлю момент из ПТСа. Типа, как я скиллы поюзал, но это просто какая-то жесть. Давайте его чекнем быстро. Непоколебимость, это, я так понимаю, его пассивная способность. Когда Артур наносит богам урон способностями, он получает заряд непоколебимости, который снижает его входящий урон и ускоряет накопление энергии. Бонусы к скорости скорости атаки действуют на Артура иначе. Они позволяют ему быстрее копить энергию. А, так они работают на него, видите? Кто мне там говорил, что не работают? Они на него работают, но не дают ему скорость атаки, а просто увеличивают вот эту скорость накопления энергии. Это тоже немаловажно, кстати говоря. Преобразование скорости атаки 33% скорости атаки. Непонятно вот это. А, удар над головой. Ну вот это жесть, что за скилл просто. Я потом вставлю видос, наверное. Он просто бьет на овер до огромного расстояния. Просто жесть. Я же говорю, некоторые маги так не бьют. Обычное применение. Артур проводит мощнейший удар в ближнем бою. Эта рубящая атака продолжает по линии врага. Задетый в ближнем бою получает на 50% больше урона. Комбо. Король, который проводит низкий удар мечом, парализуя задетых врагов и нанося им урон. Вот это жесть просто, что за абилка лютая. В плане дальности, как минимум. Урон. Рубящая атака 280. Комбо. Слушайте, у меня и урон, а у меня дохерища просто. Вот второе я не понял. Давайте так. Обычное применение. Король Артур ударяет ногой о землю, нанося урон врагам. Врагам вокруг него и замедляя их. Комбо. Король Артур бросается вперед и останавливается, задев врага. Совершив рывок, он проводит апперкот. Я не понял, как комбо делать. Я вот на ПТСе пощелкал. Но что значит комбо? Нужно с какой-то обилкой его прожать или что? Или это вот во второй стойке как раз это и считается комбо? А, ну, наверное, да, кстати. Наверное, да, это оно и есть. Двойной взмах. Обычное применение. Король Артур проводит две атаки, задевающие врагов. Несколько врагов, при этом вырываясь вперед. Задетые этими атаками враги получают урон, а их защита снижается. Комбо. Король Артур взмахивает экскалибром, бросается вперед. Он наносит врагам урон 5 раз, с тем проводит завершающий. Да, да, комбо, это значит вторая стойка оранжевая. То есть, когда скиллы оранжевые, это комбо, когда они синие, это не комбо. Понятно. Ну, крутилку мы тоже посмотрели. Так, ульта, 35 единиц энергии. Король Артур готовится к удару, делая небольшой рывок вперед. Затем он пронзает врагов мечом, оглушая их. Вообще, можно накапливать вот на эту ульту, использовать ее, конечно, как эскейп. Но идея такая себе, на самом деле. Но это в теории, в файте это можно будет сделать. Стоя на соло-линии на какой-нибудь. А вот уже когда у него дохерища будет энергии, он будет бросаться вперед с экскалибуром в руках. Затем вражеского бога, он подбрасывает его в воздух и атакует еще 6 раз. Ну, это ульт этого, как его, из паладинцев они взяли, грубо говоря. С мечом, который Дзинь или Дзинь, как его там зовут. Собственно, это то же самое. Урон, удар мечом. Ну, хотя и урона вот от 35 энергии тоже дохерища, на самом деле. Да, урон при приземлении он еще наносит. Слушайте, ну, будет силен. Посмотрим, что они с цифрами наделают. Потому что стопудово все будут говорить, что это дисбалансное говно. Посмотрим. Так, ну, скинчики мы, как обычно, в обзоре не осматриваем. Нам они не нужны, в принципе. Ну, как, в смысле, они нам нужны, но мы их смотрим отдельно в видосиках других. В группе уже по-любому запостили. Сразу скажу, что Цербер мне не нравится, потому что какие-то они на него однообразные. Медуза топчик на вид. Геркулес топчик на вид. Дискордия так себе. Афина топчик. Ну, король Артур тут понятно все. Так, что нам в следующем топаче еще ждет? Косметика это ладно, магазин. В магазине очков фантазии будет Афина и Мир. Уль. Ну вот, Резумир и Амазонка, классные два скина на самом деле. Кого нет, нужно будет покупать. Сундуки, ладно, исправление ошибок, общее. Пользователи пока теперь могут фильтровать богов по классу в лобби. Ну вот, собственно, что я на стриме вчера говорил. То есть нам фильтр классов вернут в любом случае. В рейтинговые пользовательские матчи пока добавлена кнопка запретить бога, которую нужно нажать после запрета. В рейтинговые пользовательские матчи пока добавлена кнопка запретить бога. Странно. Ну, шипастая рыба в Дискорде, это ладно. Сам-то скин такой себе. Исправлена ошибка, из-за которых в описании некоторых тренировочных режимов было не указано тренировку. Ну, это такое себе. Скорректировано описание пассивной способности. Это ладно. Так, по богам.
Что они сделали с богами у нас? Арахна. Теперь, приземляясь на землю, Арахна создает область, покрытую паутиной. На 5 секунд. Ее радиус составляет 25 единиц. 25 единиц немало так, кстати. Враги в этой области замедляются на 25%, а Арахна ускоряется на 40% и получает иммунитет к замедлению. Блин, хочу на стриме сейчас за Арахну поиграть, но вот это очень круто. Вот это очень круто. Вам там видно, что я читаю? Да, вам видно. Это очень круто. Эффект паутины, созданный этой способностью, не суммируется с эффектом сети. Если бы он суммировался, это вообще какая-то имбаба была лютая. Но выглядит зачетно, конечно. Арахну нормально так. Ну, ее ульта вообще используется для эскейпа в основном. Сейчас же на ней можно будет нормально так атаковать с ее замедлением. Хилька у нас вроде как бафнули, насколько я слышал. Смена стойки. Бонус к силе в темной стойке повышен. Так, максимальный уровень до 70 на 10 единиц. Ну, нехило. Эффект ауры силы в темной стойке повышен на 5 единиц. Бонус к защите в светлой стойке повышен на ранних стадиях игры. И нехило так повышен. То есть, смотри, в светлой стойке можно будет нормально так бегать. Почаще теперь. Эффект ауры защиты в светлой стойке повышен. Обновлены всплывающие подсказки о действующих эффектах. Но нормально, нормально хельку бафнули. И чисто циферки как бы подняли, но это очень круто. Это очень круто. Сусанна. Действие тайфона теперь начинает сразу при активации способностей. Таким образом, ураган достигнет максимального размера быстрее. Ну, такой мини-мини-ап. Запись будет? Да. Я потом его отредактирую, этот видос, и выложу, чтобы как бы, ну, он был более информативный и коротенький. Так, тектонический разлом. Стоимость снижена с 75 до 60 маны на всех уровнях. Снижена. Ага, Тору апают станчик теперь, да? То есть на него теперь нужно меньше маны, и юзать он его будет. А, ну перезарядку... Перезарядку в лите тоже понизили. Угу. Так, Синтянь, неистовый рев. Длительность повышена. На единичке у нас длительность увеличили. На 4 секунды на всех уровнях, а у него была единичка. Урон от базовых атак врагов теперь снижается. Вместо 30. На 20-20. Ну, собственно, лейт не затронули. В Ирли он будет немножко помягче теперь. Это, видимо, чтобы его, я не знаю, на соло, чтобы не брали. Хер его знает, из-за его единички. Урон за тик снижен секунду. Ну, в принципе, тоже неплохо. Вихрь ярости стали. Теперь наносит урон врагам в области поражения, даже если те освободились от захвата. Скорость передвижения во время действия способности повышена. А, то есть он теперь в ульте будет гораздо быстрее бегать, еще и урон наносить, даже если ты прожимаешь бицы. Ну, неплохой ап для Синтяня на самом деле. Возможно, вернут его в строй на некоторое время, не знаю. Сейчас как-то он вообще выпал, получается, из игрульки. Ну, такой мини-патч у нас, собственно, изменили только богов, получается. Арахну апнули нормально. Хельку нормально апнули, Сусанна немножко апнули, Тора немножко апнули. Никого не нерфили, собственно, почему-то. Да, собственно, никого не нерфить. Блин, баланс уже настолько близок в Смайте к своему идеалу, что там уже переделывать ничего не будут. Предметы никакие не трогали, скины нам показали. Артурку мы почитали, посмотрели. То есть видосики я сделаю, нарежу, вы посмотрите, поставите Лукас, и мы дальше будем патчи осматривать. Вот так. Ой.